Каждый год 10-я Мурманская гимназия занимает высокие позиции в рейтинге школ, а ее воспитанники показывают достойные результаты на всевозможных спортивных и интеллектуальных соревнованиях. Для комфортных занятий в стенах второго дома летом здесь отремонтировали несколько кабинетов, спортзал, столовую, установили дополнительные камеры на спортплощадке и закупили новую мебель. Пока на данный момент существуют, опять же, мелкие какие-то такие замечания, но до 1 сентября все мелкие замечания будут устранены. Все пока в порядке, они молодцы, они правда очень молодцы, умницы, они делают очень много сами. С начала месяца комиссия проверила подготовку 29 образовательных учреждений к учебному году. Во многих, кроме косметического ремонта, проводится обновление систем отопления, водоснабжения, вентиляции и освещения. Школьные здания и здания детских садов – это такие учреждения, которые ежегодно требуют вложения, потому что здания стареют, детей много, движуха идет, понятно, все происходит, особенно на опытах во время химии, биологии, физики. Поэтому ремонтировать надо, поддерживать или ремонтировать надо постоянно. Проверка завершится 17 августа. В списке объектов не только школы, но и дома творчества, образовательные организации, спортивные школы и детские сады. Александра Клепцова, Кирилл Грапиняк, Руслан Мавлютов, ТВ-21+.